Юлии из Москвы. Хорошего рабочего дня и удачного ремонта. Да, ремонт – дело непростое. Авторадио присоединяется. Далее привет без подписи Александру. Самый лучший дедушка. Написал человек, который написал этот привет. Ангелика. Добрый день, Авторадио. Передаю огромный привет Овчинникову Алексею. Желаю легкого завтрашнего дня. Завтра воскресенье. Видимо, человек работает. Да. Полишка. Привет, Авторадио. Хочу огромный привет передать Юлии Владимировне из любимый учитель, хорошего вам настроения. Добрый день, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия с днем рождения. Ему сегодня 15 лет исполнилось. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и верных друзей. Мы тебя любим, мама и бабушка. От Светланы это сообщение. Доброго дня из Зеленограда всем зеленоградцам от Максима. Василий написал: добрый день, Авторадио. Огромный привет Нагаенко Шурику от лучшего друга Ильича. Да, друзья, продолжайте писать. Номер для связи прежний, +7 915 459 2020. Можно Viber, можно в Telegram, можно смс-кой, любым удобным вам способом. Ну и, разумеется, не забывайте про телеграм-канал Авторадио. В комментариях кружочку можно оставить свое послание. Авторадио поздравляет!